Всем зрителям привет! Мы продолжаем проходить метро Last Light. В прошлой части мы сбежали со станции Рейха, на которую попали благодаря тому, как мы не очень удачно поймали черного. Убили там двух лысых ублюдков, которые пытали нас с пистолетом. И еще с десяточек убили во время того, как мы совершали, в общем-то, этот побег. И также в самом конце освободили все клетки, тем самым позволили всем бедолагам бежать. Ну и сейчас мы наверняка выберемся наконец из этого ужасного места. Я уже очень этого хочу. Так вот, наш друг. Мы переоделись, по-видимому, в форму немецкую. И сейчас мы втихую попробуем сбежать отсюда. Так, у нас вон тут папка. Так, интересно, что это у нас такое тут? Так, черный побывал тут в концентрированном лагере Рейха, но теперь его тут нет. Что ж, надо идти по его следам. Задание, которое мне дал Мельник, никто не отменял. Я найду черного и потом решу, что делать. Если тот фашист говорил правду и детеныша продали торговцам на Ганзу, он теперь может оказаться где угодно. Ганза – кольцевая линия московского метро, союз торговых станций. На ней все еще действует регулярное сообщение, ходят грузовые и пассажирские караваны. За день черный может оказаться на другом конце метро. Я его уже опустил, не понимаю, как черный сбежал попыток и казни, ведь его фашисты вешают людей. Только за то, что у них неправильная форма черепа, то такое создание, как черный, должно казаться им воплощением зла. Ну вот, они почувствовали, что за него можно денежки хорошие получить, поэтому не стали его убивать и еще и захватили. Я очень удивился, как они вообще этого монстра захватили, они убили на месте. Но, видимо, хотели на этом подзаработать неплохо. Ох ты! Сколько фашистов тут. А это Einsturmdurchführer? Или как они там его называют? Местный Гитлер. Ну что ж, надеюсь, нас они никак не разоблачат, и мы уйдем отсюда как-нибудь по-тихому. Надеюсь, что у него в планах нет убить именно этого фюрера. Иначе я... Не, я не с ним. Я не хочу так быстро и тупо помирать. Так, из оружия у меня почему-то вообще ничего не странно. У меня же и автомат был, и пистолет. Куда все делось-то, интересно? Там что-то стоит. Ах ты, блин, а вот это ты зря. Они же не знали, что это мы. Не знали. А, у него патронов, видимо, тоже кончились. Ладно, сейчас постараемся как-то очень быстро отсюда свалить. Ух ты, красиво, как сломо. Так, 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 давай. Что же не... Давай, беги. Что-то мой герой уж очень как-то слабо стал бежать, пока не сможели выдохся так быстро. Ой, молодец! Я в тебе не сомневался ничего. Может. Опа, может возьмем пулемет? Держись, Артём, держись! Давай, дружба! Дай мне пистолет, я буду отстреливать. Сука, получи! Вот землю, это красиво! Землю, сука! Да вали его уже, вали! Сдается, конечно. Потом в спину нам стреляем. Опа, на дрезине поедем. Ух ты, ну первая поездка на дрезине, что ж. Ворота под... Вали! Я их вижу! Вон они! Ну, заводись, сука! Все, погнали! Ах, патронов, шесть! Почему патронов так мало? Так, опа, уже закончилось. Так, ну ладно, продолжаем дальше. Задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Ну что ж, сейчас мы поедем на дрезине, видимо, на какую-то нейтральную станцию и будем искать помощи там. Нам нужно закупиться оружием, потому что все, мы
потеряли у нас. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ну окей, еще патронов побольше. Ты как там, живой вообще? Нормально. Броник вещь. Черт, тупик! Ну, как обычно. Так что ты не собираешься... Вот псих долбанный, ты что... Твою мать! Ну, какого хрена нужно было ехать вперед, а? Ну все, привет! По-другому. Делать нечего, дальше на свои ходи. Ладно. Что мы сейчас... Так, стой. Откуда он вытащил то оружие? Почему он его не достал, когда мы убегали? Давай тут поосторожнее, Рейкси. Дело, говоришь. Я тебя прикрою, не волнуйся. Что, о, ты? Труба! Как же ты можешь по всем трубам Артём, вылазить? Давай сюда! Шлемом не корми. Смотри, только ты свой шлем не потеряй там, а то будет обидно. Второго такого не найдешь. Ну, не сглазывайся. Не подожди, а я гляну. Вот, давай, давай. Твою! Гребаный фриц. Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если вы хотите? Ну что, сейчас еще по нашему же придет. Отлично! Сбежали, называется. Угу. Сейчас за нами эти патрульные. Придется как-то вызволять нам его, не бросать же его тут на произвол судьбы. А понятное дело, что с ним Рейф сделает. Черт, шпионов живыми не оставляют. Одного взяли. А сколько их было? Один. Откуда ты знаешь? В глаз прямо. Куда второй ножик улетел, непонятно. Как вот они так рикошетят, не пойму. Просто от всех предметов они. Эх, жалко, жалко. Так это еще что такое? Что-то похоже на ракетницу или дробовик. Нет, ну в стелс-операциях такое оружие использовать глупо просто. Так что идем с тем, что у нас есть. У нас есть автомат, у нас есть калаш на всякий случай и... Есть такой вот револьверчик. Ладно, черт с ним, с этим ножиком. У нас еще есть два. Оба. Интересно, что они за производство тут учинили? Будут строить супермашину, супердрезину, с помощью которой захватят всю метро. Ладно. Ой. Никто ничего не видит. Ага, да конечно. Вот как раз сейчас одного ножа это и не хватит. Придется пускать в бой огнестрельное оружие. Не, ну как вроде незаметно пульнул-то ножик. Почему шукер-то поднялся? Ну вот теперь точно шухер поднялся. Ладно, придется потихонечку их убить. Ха-ха, этим плевать им хорошо. Только труп тут валяется, а им там чё, какая разница. Они своей маленькой компашкой сидят там. Да, искусственный интеллект, конечно, поражает просто своей сообразительностью. Но тут у меня больше вариантов не оставалось, у меня ножей нету. Чем еще ты его убивать? Урод проклятый. Только...
Да, конечно. Ох, как красиво, тебе Оскара надо дать. Такой талант пропал. На тебе по яйцам. Ох, красивая поза. Не, ну умирают они действительно очень красиво. Прям театральные актеры. Так, револьвер, которого я лишился в самом начале игры. Хотя я его выбирал. Так, где тут еще остался один? Вывернем-ка лампочку на всякий случай, чтобы у нас не обнаружил. И... Так, это что такое? Это какой-то пистолет-пулемет маленький. Не, нафиг он нужен такой. Не суразится. Спокойно. Пшел, собака. Точно ушел. А ты проверь получше. Может, не ушел. Опа. Подкрепление пришло. Интересно, гранаты они тут умеют бросать или нет? Так, ну я надеюсь, что всех мы истребили, так что можно это... Не-не-не-не-не-не-не. У меня есть лучше. Так, теперь ничто не помешает осмотреть все трупы, забрать ножи, которые еще безусловно понадобятся, и пойти вручать нашего друга, который нас выручал уже неоднократно. Так что мы просто обязаны спасти его, иначе его ждет очень мучительная смерть. Зная то, на что способны эти уроды. Да, наверняка они еще подкрепление будут кидать. Уже и так вон сколько полегло. Было бы просто глупо еще. Наверное, смерть кого-то бросать. Так, аккуратно. А? Что? Ох ты, это кто еще такой? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Значит, что сразу сдаюсь? Вон, я сдаюсь, не стреляй! Какой-то ножик есть еще. На тебе. Три ножа, ну... Это возместил мой ущерб из того, из тех двух потерянных ножиков. Так, тут еще что? Аптечка, еще какие-то 8 шариков. Это что еще такое? Ладно, мы наверняка узнаем об этом немного позже. Это пускай проспится как следует. Так, куда следовательно нам идти-то? Отлично, патронов тут немерено дается, наверное, из-за того, что я все-таки выбрал средний уровень сложности, на более тяжелом их гораздо меньше. Так, ну что ж, полезем на пузе. Нет бы, чтобы на корте... Ой, ты, пауки, мелочь какая. Ненавижу пауков, особенно таких больших. Трусы залезут. Так, ну на этом вроде бы как. Да, на этом все. Ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Ну, в следующей части мы выручим нашего друга. Перебьем еще из десяток, а может быть и несколько десятков врагов, но выручим его обязательно. На этом все. До самых скорых встреч. Встретимся в пятой части, она уже будет очень скоро.